Четверо украинских военных получили ранения за минувшие сутки на Донбассе. С начала этого дня боевики 24 раза открывали огонь в зоне АТО. Большинство на Мариупольском направлении боевики применяют тяжелое вооружение. Из минометов калибра 120 мм обстреляли Водяное, Толоковку и Широкино. На Луганском направлении по Новоалександровке и Новозвановке противник применил БТР, гранатометы, пулеметы и минометы 82-го калибра. На Донецком террористы всего один раз нарушили режим тишины в районе Новотроицкого, применяя минометы 120-го калибра.